бытовой имеющийся в любом полочку. Сейчас я эти край сетки подниму, у нас отпущен. Отводи и бросай ручку. Отводи и бросай. Опоздал. И вот смотри, разворачивайся сильно боком. Сильно боком в сетке вот так. А я просто пропустил мяч. Вот типа того, сейчас было хорошее касание для наката вдоль сетки. Оно было прям хорошее. Надо вот туда в уголочек забивать, чуть дальше, шире. Какая ошибка? Я пошел ран правильно. Разворачиваешься боком, поэтому сложно ударить. То есть ты разворачиваешься на удар, но не сворачиваешься. И вот так потом бьешь. Тебе нужно с этого положения свернуться назад. Развернулся. Вот это лучше намного. Чуть-чуть опоздал, но это намного лучше. Пойдет, молодец. Чуть-чуть не довернулся, потом посмотришь. Вот сейчас я прям даже... Да, сделал. Пойдет, молодец. Хорошо, отлично. Вот начинает получаться, запоминаешь. Делал и повторяй пытаешься. Пойдет, кисти не попал. Пойдет. Вот это до стабильности доведем, потом ты сам будешь добавлять уже силу, когда ты почувствуешь, что уже ты стабильно это делаешь.